Всем приветик, дорогие друзья! Мы с Домовенком очень рады вас видеть на нашей кухне на даче. И сегодня мы вместе с малюсеньким Домовеночком, он который снимает сейчас меня. Привет, Домовенок! Вот, мы вместе с ним покажем вам, что у меня на кухне, где тут что хранится. Может быть, вы подчеркнете тоже какие-нибудь идейки для себя. Вот, ну что же, заходите в гости. Вот эта кухня, вы ее уже видели в моих летскуках, где я готовлю сырники там, и всякие другие вещи. Вот, в принципе, здесь все устроено вот таким образом, что есть такой уголок, где, скажем, уголок для приготовления пищи. Здесь хранятся тарелочки, ну вот смотрите, я вам сейчас буду показывать, что к чему. Здесь хранятся чашечки, тарелочки, всякие там штучки, да, из которых можно есть. Здесь хранятся принадлежности. Вот. Сверху, например, крупы, снизу разные соусы, там, ну и разные тоже. Сахар, например, и всякие такие вещи. Вот. Когда вы стоите здесь, здесь очень удобно, что вы можете с одной стороны помыть, да, например, посуду, и тут же готовите. То есть, в принципе, удобно, когда рядом располагается мойка и готовительная поверхность. У многих в квартирах это не так. И ты, например, готовишь где-нибудь вот тут, и он такой бежишь, у тебя все капает на пол. Вот, ну, в общем, можете взять эту идею и поближе делать вот эти вот поверхности. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. Здесь у нас такая сборная соляночка всяких вот для чая, чаи, кофе. И сверху хранится то, чем мы пользуемся не так часто. Ну, там, видите, всякие чайнички, смеси и другие вещи. Вот, здесь варочная часть, и где вот порезать салатики, что-нибудь такое сделать. Вот, поверхность не очень большая для готовки, но, в принципе, я здесь уже готовила. Для дачи. Для дачи это очень даже подходит, то есть вот в таком размере, как бы один ящичек, вполне можно приготовить все, что угодно, и это нормально. Вот, вот такая вот поверхность. Здесь вот хранятся ножи. У меня и такие всякие штучки. Вот эта штука комбайн. Я до сих пор, мы с Колей бьемся, нужен ли нам комбайн дома. Коля говорит, давай купим домой комбайн, давай не будем. Короче, это будет отдельное видео. Напишите, есть ли у вас дома комбайн, если есть, то какой. Вот, мне больше всего из всего, что здесь есть на кухне, нравится вот эта штука. Я не знаю, я от нее фанатею. И особенно я фанатею вот от этой специи. Это самая вкусная специя на земле. Я обязательно сниму про нее видео. Это самая вкусная специя на земле. Просто лучше вы никогда не найдете. Вот, гарантирую вам это. Вот, все такое деревянненькое. Ну, чтобы, в общем стиле было. Дача, мне кажется, должна быть из дерева. Максимальное количество всякого дерева. Так, что у нас здесь? Опачки! Что у нас тут? У нас тут запас консервов. Ну, даже на даче бывают, знаете, голодные времена, когда ты такой, я съел весь шашлык, чем же мне попитаться? Ну, здесь всякие у нас запасы, знаете, банки, даже утюг у нас тут стоит и мышеловка. Вот так. Если вы живете в деревянном доме, то у вас могут заявиться мышки. Здрасте, я заявился к вам на чай. Вот, но сейчас у нас уже мышей нет, так что не переживайте. Вот, теперь, вот эта штука. У нее большой есть минус, что она висит, вот видите, если вы высокий человек, как я, как наш домовенок, например, то он может удариться об эту штуку головой. Поэтому, ну вот, а если вы посмотрите меня, то, видите, я прохожу мимо. Поэтому, когда вы вешаете, вообще делаете свою композицию на кухне, рассчитывайте, что, ну, голова у вас там есть и прочее. Вот, мы постоянно пользуемся вытяжкой на даче. Раньше у нас не было вытяжки. Я не знаю, как мы жили раньше без вытяжки, но сейчас у нас вытяжка, и это очень удобно. Здесь вот она включается, свет. В принципе, самая обычная вытяжка, но свет и режим очень важная штука. Чтобы пол у вас, в смысле потолок у вас не портился. Вот, и у нас плита газовая, вообще у нас тут газ, ну, в квартире у нас электричество, здесь газ, что лучше, что хуже, это тема для отдельного видео, если вам это интересно, давайте мы тоже об этом поговорим. Вот, ну, здесь вот газовая плита у нас такая, у нее есть духовка, в ней мы, кстати, только что готовили мясо, вот, хорошая, нормальная плита, в общем, короче, все мне нормально, кроме единственной вот этой не очень удобной большой конфорки. Вот, такой чайничек у нас есть. В чайнике самое главное — свисток. Ну вот, друзья, короче, это... А, что я забыла показать? Микроволновку.
А, я забыла включить микроволновку. Здесь есть микроволновка, вот. Прицеплена на стену. Кстати, оригинальное решение, как вам кажется? Смотрите, оно держится вот на таких кронштейниках. Видите, оно не в воздухе висит, оно держится. Вот. Вообще очень оригинальное решение, потому что обычно такие углы, они не заняты ничем, а тут вы поставили микроволновку, а снизу вот еще куча места. Вот, достаточно оригинальное, мне кажется, решение. Мойка. Вот. А, ну мойка, да. Вот тут, кстати, здесь в этой штуке мы готовили мясо, мы еще не помыли ее. Вода. Здесь у меня вот такое моющее средство жидкое, губка. И очень удобно, я в последнее время постоянно пользуюсь вот этой ёршиком. Раньше не пользовалась, а сейчас пользуюсь постоянно. Вот. Ну, здесь вот мусорка. Не знаю, это интересно. Холодильник, в общем. В холодильнике у нас, ну, что-то есть. Вкусненькое. Вот. Телевизор. И здесь продолжается уголок. Вот этот уголок достаточно неожиданный. То есть сделанный таким вот, видите, таким как бы полукругом. И вот тут у нас стаканчики всякие, видите, бокалы. Прям даже маленькие есть какие-то бокальчики, из которых мы, помню, ничего не пили. Но если вы пьете алкоголь, то они вам, конечно же, нужны. Вот, что-то еще интересненького. Пустырник есть, и вот миксер, зубочистки и тарелочки для пикника. Ну вот. Все, здесь вот у нас всякие ложки, вилки и другие полезные для кухни принадлежности. Ну что ж, друзья, спасибо за внимание. Надеюсь, что вас это вдохновит на какие-нибудь новые свершения. Вот. И напишите в комментариях, какие еще видео вас интересуют, какие-то вопросы вас интересуют. Что у вас на даче из дерева, например, все, или пластик вы предпочитаете, или еще что-нибудь. Вот. И что у вас, газ или электричество? Давайте голосовать. Дачная кухня. Расскажите про свою дачную кухню. Всем покойсики!